И всем огромный привет, дорогие друзья, с вами я, Михаил Юрьевич Пацан. Это, друзья, вот такой ролик, да, ролик будет необыкновенный ролик по названию «Лига клубов». Все, Лига клубов не будет. Так вот, скоро у нас будет 10-500 кубков, правильно. Я должен сегодня попробовать дойти, Ставь лайк, подписка и коммент написать. Пожалуйста, мне будет очень приятно. Приятного просмотра. Отлично. Спокойно, ребята! Блин, всё, просрал. И ничего страшного. В этом страшного ничего нету. Так вот, мне кажется, мы сейчас проиграем, правильно? Я так одна. Да, проблема. Ну я не сдаюсь, ребят. Пока я не буду даваться. Вы самый главный коммент пишите. Телеграм-канал, делаю ссылочку в описании. У меня есть телеграм-канал, но вы знаете. Я сделаю ссылочку в описании. Блин. Давай. Жесть. Хорош. Отлично. Ну, цель моя это сделать так. 10-500 кубков. Рубик будет, как обычно, по субботу. Yeah,
Хорош. Хорош, ребята. Это очень хорош. Так вот. Ёк-маманы. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Ёк-маманы. Давай, Эль-Прима, хоть одного убей. Хорош. Всё, просрал. Блин, просрал. Нет, потому что просрал. Фиг знает. Я не хочу просрать игру. Я не хочу заново проходить. Отлично. Это жесть полная. Да блин, специально то ли? Жесть. Блин. Ну пожалуйста. Не прои. Блин, так и дно. Все заново. Блин, что-то я торможу. Чего они таят, блядь? Дебилы. Так вот. Побираем Дерлю. Дерлю хоть сильнее. Блин, я просрал. Ну как я могу проиграть? Да, похоже, лайка не будет, коммент не будет, подписочки тоже не будет. Ребят, ну это просто обидно. Ну как я могу проигрывать? Я игрок нет. Ну, блин. Это жесть, полная жесть. Хорош. Хоть одного убью, хоть одного. Я тебе сейчас прикольно. Кошмар, 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 проигрываем. Хорош, давай, фигню пуляй. Давай, Нани, не проигрывай. Ну как бы Найни просто офигенный. Ребята, это просто офигенный. Просто транс. Блин. Так и дно. Либо... Так вот, либо я выбираю. Так. Так вот. Only the best deals. Пока можно сыграть, да? Only the best deals. Жесть. Это просто. Блин. Не понял, да? А я сейчас туда войду. Обойду.
Забыл, забыл. Open for business. You know, just take it up with my accountant. Please. Вот. Так. Oh, I have the money. Don't worry. Блин. Open for business. Жесть. Ну ладно, хоть так. Не, блин. Разночили четно, ребят. Да, давай договоримся. Блин, ведет, пацаны. Так вот, ребят. Как я мог не попасть? Как я мог не попасть? Ёлка ломаная. Это просто трэнш, помню. О май гад. Дебил, дебил, дебил. По-любому, он сейчас туда пойдет, я как. Хорош. Ребят, это просто хорош. Жить, у меня снова интернет плохой. Ой, жесть. Этот жесть все просрал. Нет? Не по барабану, но я все равно второе место получил. Ну, ребят, получается вот так. Еще 4 раза надо выиграть. Короче, будет новое испытание. Пасхальное испытание грома. Пасхальное. Так. Лига клубов будет в следующем ролике. Так-то вот. Так я буду записывать. Так. У меня самый сильный боец. Самый сильный. Хочу дойти. Так, давайте еще раз сыграем в Пайпер. Точнее, я не болею, все нормально, просто кушаю. Самочувствие, все нормально. Вы обо мне. Все, обо мне не забудьте. Со мной все нормально, ребят. Просто хорошо.
просто нормально. Сами понимаете. Так. Так, я еще раз обещал, ссылочка в Телеграм будет в описании ролика. Окей, я лучше не буду ему. Блин. Никого нету, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята, я дурак, я дурак. Два кубка, нормально. Я дурак, конечно. Ой, я дурак, дурак я, зачем я пошел туда? Самое главное, чтобы он ко мне не подошел. Так, ребят. Так. Жесть, жесть, жесть. Хорош. Так, ко мне, пожалуйста, не идите. Блять! Блин, ребята, я не хочу проиграть, но сейчас снова получим. Сколько там же кубков? Топа, я тебя не трогать не буду. Покружимся. Да, блин, я так и знал, ребят, я снова простру. Ну я повторяю. До 10500 добить. Ой-ой-ой. Ну да, я проиграл. Так, проиграл еще раз. Так, какого бойца выбрать? Так, конечно, она. А нет, не, она слабая. Возьму-ка. Блин. Топы, ребят, топы. Кольт. По-любому кольт будет. Ну, кольт по-любому будет. Правильно? Давай. Давай. Жесть. Блин, они мне мешают, ребята, они мне мешают. Ну что ж теперь делать? Какого бойца брать? Он вообще слабый.
Так вот. Так, пацаны. Пацаны, пока что можем вот так взять. О, Макас слабый, да. А я хитрый. Ну вот прям чуть-чуть. Давайте. 5 бойцов. Слишком быстро их убили. Так, бравлера. Топор, ребят. Пока их нету. А есть такие крысы. Эль Прима. Блин. Ладно, хорошо, хоть шить кубку. Шить. 63. Хорош. Отлично. Топы, ребят. Давай. Пацан. Вы пацан? Или нет, пацана? Короче. Ролик просто офигенный. С вас лайк, да? Блять, это... крыса. Ой! Пока идем хорошо. Так вот, ребят. Ну, я думаю, ну... Так вот, у меня ролик для идеи для вот нету. Поэтому будем снимать вот так. Ну, по-любому сейчас просру. Да. Просрушь. Да блин. Всегда бывает такое. Всегда бывает. Так вот. Так вот. Здорово. Хорош, ребята. Пока нормально. Самое главное идти вот туда. Вот интересно, ребята, что будет 12 сезона. Это будет так интересно. Топы. Получаем.
Так вот, еще 30 кубков. Отлично. Пока забираем наши чтивы. Энергия. Сюда вы видите, что энергия была. Так. Хорош. Ой-ой-ой. Ух. Котик. АП. Ну как крыса прячется. Еще один такой же крыса. Ёпа-ла-ла-ла. Получается снова по два. Точнее, вот. Боже, ты говорил, ты любишь. Капай, пацаны, пацаны, у меня его плохого отловит. Все, я просрал, получается. Пайпер, давай. Поставьте лайк и подпишитесь на мой YouTube канал. Это будет очень приятно, когда вы с нами. Блять, это херота, вот это бесит. Ой-ой-ой-ой-ой, Эльприма. Пока, Эльприма. Неугомонно, я чуть испугался. Давай. Я опоздал на 6 кубков.
Так, погодите. Топаем. Топаем. Какие-то там боти слова пишут. Так вот. Надо попробовать. Так, ребят, я сделаю ссылочку в телеграм в описании. Пожалуйста, я вас умоляю, подпишитесь на мой телеграм-канал. Это очень важно. Я записываю долгий ролик, чтобы вы увлекались. Я не хочу умирать, я хочу наоборот выиграть. Ну что, все заново, ребят. Так вот. Давайте джеки. Она просто офигенная. Ну не офигенная, а просто. О май гад. Так вот. Все хорошо получается, ребят. Одного убили. То увлекает. Так, опять какое-то сообщение пришло от нашего бодера Двако. Там просто люди такие пишут, просто непонятные слова. Ох, сдох. Просто там 5. Так. Еще раз. А ну раз так, окей. Это уже небезопасно. Пацаны, это небезопасное место. Емать! Короче, не просто как крыса. Я постараюсь. Надо постараться. Прям очень постараться. Блин. Топаем. Ну как? Блин, ну это вообще нечестно. Так вот, дальше поехали. Даже кольт лучше. Очень быстрый ход стреляет.
Блин, давай, давай, пацан. Не бросай меня, пожалуйста. Ну, бля, тупой, забери. Не хочешь забирать, ну окей. Ой, спасибо, братан, хоть ты мне должен. Блин, хорош, хорош, пацан, хорош. Два, один, все возвращает. Хорош, ребят, хорош. Хорош. Короче, просто хорош. Оля. Пока нет, не буду. Как они пишут. Я говорю, пацаны, не надо, пацаны, гибко, пацаны. Они пишут, пишут, ребят. И что это? Так вот, мы с ним играли Brawl Stars, ну, он такой клёвый, только его оскорбляет. Два, один. Чё, крыса, убегаешь? Блин. Ну как, Wi-Fi нормально ловит, ребята? Короче, пацаны. Проутер сходит с ума просто. Так вот, выхожу. Да? Так вот, я не знаю почему. Brawl Stars отвратительно ловит Wi-Fi. Правильно, Wi-Fi. Давай. А. Так, ребят, чат настроим. Он практически тупит. Наконец-то, ребят. Доловился. Ой. Так. Короче, дорогие друзья, у нас завтра будет испытание. Только будет это ролик, да, записывать. Тоже это завтра будет, да, в понедельник. Сегодня у нас суббота. Так вот, суббота сегодня, да? Всем, так вот, сегодня суббота, правильно, да? Суббота. Ну что ж, дорогие друзья,
Я вам желаю хорошего дня, хорошего вечера, хороших выходных. Всем удачи, всем спасибо большое, кто пришел на ролик. Всем удачи, всем пока. А я поехал играть в Brawl Stars.